Ребят, всем большой привет! Приветствую вас в новом влоге. У нас сегодня пятница. Мы весь день убирали. Ну как, Дима работал, потому что у него home office. Я в основном убирала. На улице замечательная погода. Не сказать, что очень тепло. Солнечно, но прохладно достаточно. Я здесь уже поперемывала сегодня все решетки. Все чистенько. Все прекрасненько. Сейчас еще планируем... У нас вот сейчас... около 3 часов, планируем поехать в магазин, так как в воскресенье в Германии Троица, и в понедельник тоже будет выходной, магазин работать не будут, я так понимаю, что аж во вторник. Поэтому хотим купить все, что нужно. Я хочу или в воскресенье, или в понедельник сварить борщ. Очень хочется борща. Вот. Завтра в субботу, да, мы едем в Кёльн делать, подавать документы на мои, да, паспорта новые оформлять. Надеюсь, что все будет хорошо, что погода не подведет, что доедем нормально, все хорошо на свой термин. На 10:30 у нас термин. Ехать где-то, ну, 120 километров у нас до Кёльна. Кстати, почему хочу сварить борщ, потому что, посмотрите, мне советовали в комментариях замариновать сало, я его замариновала. Вы не представляете, как это вкусно. Я уже показывала, что здесь, конечно, в Германии очень сложно найти именно вкусное сало, чтобы оно было похоже на то наше украинское. Я случайно увидела в Кауфланде, когда мы были на той неделе, купила упаковочку, кусочек такой. Во влоге, в прошедшем влоге показывала, что сколько оно стоит, какое. И оно было просто сало, вода, там было написано в составе немножко соли, никаких специй, ничего. Я вчера просто на глаз сама смешала в тарелочке черный, белый перец. Я смешала, можно черный немножко, вот такую остринку добавить. Соль туда, красный перец, паприку сладкий, немножко куркумы, поэтому оно такое желтенькое. И натерла туда чесночок и добавила немножко оливкового масла. Все хорошенько перемешала. И вот этот кусочек обваляла во всех этих специях. Хорошенько натерла. Замотала в пищевую пленку. Сутки оно полежало просто в холодильнике. Потом я его кинула в морозилку. И вот сейчас мы достали. Это невероятно вкусно. Сразу захотелось борща с лучком, со сметанкой, с этим салом. Ну, прям советую. Очень вкусно. Сколько мы раз не покупали сало, сколько мы здесь живем в Германии, ни одно еще не понравилось. Это только вот первое, которое мы купили. Оно нам напомнило наше сало украинское. Так что получилось идеально. И мариновка такая, знаете, простая, обычная. В следующий раз, когда поедем в Кауфланд, обязательно куплю. Сегодня мы в Кауфланд не едем, мы решили поехать в другую сторону немножко, тоже у нас в городе, там, где площадь такая торговая со всеми магазинами, там есть Aldi, Rewe, TEDx, так как мне нужно зайти в TEDx, хочу посмотреть гантели для тренировки маленькие такие, и хочу еще посмотреть коврики для ванной комнаты, надеюсь, что что-то найду. И зайдем в Aldi, купим все на борщик, то, чего не хватает. Мясо у меня есть в морозилке, нужно взять картошку, морковку, ну, в общем, так, по мелочи. Конечно же, обязательно покажу, что мы купим, возьмем вас с собой. Сейчас уже будем выезжать, дома чистенько убрано, осталось только съездить в магазин. И вечером еще, может быть, себе сделаю ногти, потому что я сняла эти черные, они мне не понравились. Немножко их оставила отдохнуть, 3-4 дня я вот так хожу без лака. Может быть, ближе к вечеру сегодня сделаю новый маникюр и, скорее всего, педикюр. Вот такие вот планы. Все, увидимся уже, когда будем ехать в магазин. Так, все, мы уже на низком старте. Сейчас еще закинем волка письмецо к ним в ящик и едем. Погодка такая классная. Как будто бы лето, но еще прохладненько. Все, едем. Посмотрим, что там интересного в магазинах сегодня. Так, мы уже в Aldi немножко подзакупились. И сейчас еще в Rewe зайдем и в TEDx. Посмотрим, что там. Увидим интересно. Так, вот наша закупочка в Aldi. Дома уже подробнее покажу. Сейчас упакуем все. И пойдем в TEDx. Смотрите, все рядом. Здесь Aldi, TEDx. И чуть дальше вот Rewe находится. Ну, в TEDx сходим пешком. Потом, может быть... В Rewe я пойду уже оттуда пешком, Дима подъедет на машине. И потом уже нужно заехать на заправку еще и домой. Так, мы зашли в TEDx. Здесь тихо, людей немного, вроде бы. Я вообще пойду посмотрю эти коврики в ванную. Это я, всем привет. Увиделись. Пойду посмотрю коврики в ванную. Не знаю, будут ли тут хорошего качества. То, что недорогие будут, да. А вот, есть такие, но я не резиновые хочу. Это вот резиновые такие.
И, кстати, вот это с вырезанным мне не надо, потому что у нас унитаз не такой. У нас ровный коврик нужен. Я хочу мягкий, это резиновый именно. Это скатерти какие-то. Это что-то смешное. Какие-то клубнички на... А что это? Тишто. А что такое? Клипсы какие-то написано. На гарден. Странно. Тишто. Не поняла, для чего это. Кто знает, для чего. Просто вешать для красоты? Или для каких-то этих... Ой, такие еще есть. Или для что-то там закреплять, типа... А, таблик лос этот... Я поняла. Скатерть на столе, на террасе, чтобы ветром ее не сдувало. Вот можно закреплять такими клипсами. Такие коврики еще есть. О, вот я увидела эти мягкие. Сейчас посмотрим. Мы, кстати, давно тут не были. Вот сколько тут ковриков. Прям выбор огромный. Я хочу какие-то светлые, но не сильно, потому что, ну, очень быстро у нас они пачкаются. Конечно. Сейчас будем выбирать эти жестковатые такие. Может, вот что-то в этом стиле. Ну, с белым что-то мне не очень. Прям с такими белыми. Темный тоже как-то. Темно-серый не хочется, потому что последние были темно-серые. Есть такие большие, кстати. Небольшие не надо. Хочу вот такой двойной. Один, где раковина на полу, и один возле унитаза маленький. Они вот идут набором. Ого, 25 евро такие дорогие. Эти вообще по 40. Сейчас посмотрю, дешевле. Ничего нет. Что-то думала, не дешевле. Тут эти все тоже... Ого, их тут еще много. Эти тоже по 25, по 40. Вот по 9 есть. Ой, ну они совсем, конечно. Хотя, совсем жесткие. Есть вот такой серый. Синий нам точно подношу вам. Есть вот такой. Сейчас Дима подойдет, спрошу, как ему. Даже с этими, с ножками. Чтоб вставать где надо. Ну, это вот из дешевых, вот, по 9 евро набор. Ну, потому что что-то за 25, за 40 я не готова, потому что я их часто меняю. Перестали нравиться, если я их убираю, или если уже совсем никакие. Вот по 10 еще есть такие наборы. Это прям мягенькие-мягенькие. Мне вот эти больше понравились, они хотя бы не такие мягкие, мне кажется, подольше, может, будут служить. Тоже идут два в наборе там. Сзади маленький, но он этот вырезанный. Маленький. Такой вот. Сейчас Диме покажу. Посмотрим. Иду через царство ковров. И линолеумов, и ламинатов, или что это? Линолеум. Взяла все-таки вот эти коврики. Два коврика. Потому что они за 9 евро, за 25. Что-то мне не захотелось. Через пару месяцев опять поменяем. Стоит, меня ждет. Идем сейчас смотреть там, где спортивный отдел. Хочу посмотреть эти гантели себе маленькие. Тут тоже стрите ковров. Море, море. Мы, кстати, в Тедексе. Кстати, то, что мы покупали этот коврик на кухню длинный, я его уже убрала, потому что он вообще никакой. Толку с него никакого, ноги он особо не греет. Ну, он был и дешевенький, тоже что-то там. В районе 10 евро. Просто не хотела здесь ванную брать, да, сильно такие толстые, ворсистые. Потому что становимся мокрыми ногами на них, а потом они начинают заваниваться, пропитываться. Лучше вот такие более жесткие брать. Так, идем. Здесь все для ремонта. Это нас не интересует. Слава богу, пока. Вот там где-то были, по-моему, гантели я видела. Не знаю, есть они еще или нет. То ли за 10 евро, то ли за сколько. Здесь все. Свет, освещение, лампы. Мы, кстати, в Тедексе покупали нашу люстру в монстре, когда жили. За 110 евро очень красивая люстра была. Она сейчас, я не вижу в наличии в Тедексе. Или вижу. Слушайте, по-моему, вижу. Сейчас пойду. Вроде на нее похоже. Прям интересно. Она у нас лежит в келлере в этом. В общем, у нас вот из этих двух, вот та, которая поменьше, по-моему, или побольше, не, побольше, которая, да, вот похожая чуть-чуть с другим этим, такая вот квадратная, очень прямоугольная какая она, вот, но она лежит в келлере, в коробке, потому что сюда, когда мы переехали в эту квартиру, здесь освещение все встроенное, все лампочки были уже
на всех потолках и в люстре этой просто не было смысла никакого вешать ее. И она лежит себе. Мы не продавали ничего, мало ли куда мы потом переедем, или в съемное жилье, или в свое уже. Я думаю, она по-любому где-то да пригодится в каком-то помещении. Она очень красивая. Так, здесь всякие инструментусы. Это сейчас Дима тут остановится на 2 часа, а я иду искать свои гантели. Наконец-то, потому что в интернете никак не могла заказать, то их нету, то они дорогие, то доставка, то гантели, там 10 евро, доставка 20. Ну, в общем, постоянно что-то не складывалось. Вот отдел с этими гантелями. Сейчас я тут коврики кину. Вот, есть вот такие. Это будут тяжелые для меня, большие. Так, сейчас буду смотреть, выбирать. Очень много всего для спорта, для занятий спортом. А, вот такие вот есть. О, вот эти. По 1,5 килограмма. Я вообще хотела по килограмму. Вот они по килограмму. Вот. Кстати, мне вот сейчас потрогала, я бы все-таки взяла, наверное, по 1,5. Слушайте, ну 8 евро одна гантеля. Получается 16. Не так-то дешево. В интернете дешевле были. Сейчас Дима еще подойдет, посмотрим, что взять лучше. У нас есть дома, но большие гантели. Диме с ней вообще неудобно заниматься. Это такой набор тут. Круг этот крутить. Это для чего? Это для настольного тенниса. А Дима, кстати, хотел купить, чтобы мы в парке иногда играли в эти, с воланчиками, в бадминтон. Здесь я что-то набора не вижу этого. Все, в Тедексе купили коврики, гантели. Все-таки по 1,5 килограмма я взяла. И скакалку еще одну я себе взяла. Все, Милана уходит глубоко в спорт. Это все. Если я начинаю, это все серьезно. Если я, ну, как начинаю что-то делать, то все, я углубляюсь в это. Если мне это начинает нравиться, посмотрим. Мы хотим в парк ездить периодически, хотя бы 3-4 раза в неделю. Не знаю, как это будет получаться вечером. Так, побегать, позаниматься. Посмотрим. Так, Дима понес покупки из Тедекса в машину. Сейчас приедет на машине, сюда припаркуется возле Рева. А я пешочком вот дохожу до Рева. Сейчас возьму эту тележку. Там еще кое-что так по мелочи нужно купить, то, чего не было в Альде. И все, потом едем домой. Ребят, мы уже приехали домой. Показываю быстренько наши покупочки. Это упаковка салфеток. Уже говорила, что без них не могу. Дальше на кухне. Это мы... Я забежала в Лидл, когда мы уже домой сейчас ехали, взять творог на сырники, потому что ни в одном магазине там не было. И увидела на скидке черешню. Еще не ели ее в этом году. Буду пробовать. Не знаю, надеюсь, все будет хорошо. Она сейчас на скидке 1 евро за 100 грамм. То есть 10 евро килограмм стоит. Вот взяла немножко. Чисто так попробуем, посмотрим. Дальше в Альде взяла вот такую салатницу. Понравилась мне. Она не стеклянная, она пластиковая. Такой плотный, такой твердый пластик, да, не тонкий. Сейчас покажу. Вот такой цвет. Симпатичный, светло-зеленый. Думаю, что на салат на лето пойдет. Следующие это цветочки в Альде взяли. Вот такие, думаю, что они распустятся, будет красиво. Картошечка тоже из Альди. Это багет из Рева уже. Такой длинный, белый, французский. Морковочку тоже взяли в Альде. Это все я брала наборщик. Мандаринов захотелось. Мандарины, апельсины. Больше на апельсины похоже. Значит, в Тедексе взяла все-таки вот эти гантели по 1,5 килограмма. Да, они, конечно, по 8 евро. Ну, что поделать. Мы же не каждый день их берем. Взяли, как бы, и они навсегда. И взяла еще такую вот скакалку. Тоже думаю, что будет нормально. Скакалка стоит 4,50 вроде бы. Вот, ярко-желтая такая. Главное пользоваться, а не просто покупать. Надеюсь, что будет в пользу все. Дальше. Это у нас пакет из Рева, но творог из Лидла. Вот эти две упаковочки. Я взяла, хочу сделать все-таки сырники. Дома одна упаковка есть. С более жирного я делаю сырники, а этот просто иногда со сметанкой так хочется поесть. Дима себе взял такой магнум мороженое. Дальше.
Грана Падана взяла, такой вот сыр тертый уже, мелкий. Присыпаю обычно, если делаю пасту какую-то, очень вкусно. Дальше взяли вот такие, как он, арахис в такой вот панировке, что ли. Очень, ну, это не арахис, а какие-то другие орехи, чем очень вкусные. Часто их берем в Реве. По-моему, 2 евро стоит одна упаковочка. Там есть и острые, не острые, с сыром, разные, в общем. Дальше Заура Зана, наши любимые, взяли 10%. Тоже 2 упаковочки. Яйца взяла в Реве упаковку ML. Такие вот обычные белые. Конечно же, в Реве куда? Куда выйти из Реве без моего гранатового сока? Это обязательно. Взяли еще огурчики. Если бы я знала, что мы пойдем в Лидл, я бы в Лидл взяла. Они там дешевле, но я думала, мы туда не пойдем. Поэтому взяли в Реве. 50 центов стоит одна штучка. Один огурчик я взяла, по-моему, 6 или 8, по-моему, штук здесь. Они намного вкуснее, которые помельче. Так, следующий пакетик. Конечно же, мы вообще в Реве зашли за семечками нашими любимыми, вот этими. Тадим фирма. Все правильно читаю. Взяли 2 красных, 2 черных. Да, потом взяли еще вот такие семечки тыквенные. Дима хотела попробовать, думала, что будет вкусное. Помидорки тоже в Реве взяла, мини томаты. Еще в Реве взяли капусточку на борщ. И еще вот такие вот Дима себе взял, к, ну, просто хрустяшки, можно к пиву, можно так есть. Последняя сумка у нас из Альди. Рукава на салатик. Салфетки такие взяла туда вот на стол. Дальше клубничку взяли попробовать. Сейчас, кстати, ее помою, попробую. Не знаю, будет она вкусная, нет. Что-то меня берут сомнения. Ну, а вдруг? Ту, которую продают на улице, та, которая продают на улице, мне больше нравится. Но пока здесь у нас не вижу. Ее только возле этой продают. Мне она там невкусная. Вот прошлым летом продавали возле Lidl. Самая вкусная, мне кажется, там была. Но пока ее нет. Наверное, пока еще, не знаю. Пучок лука. Может, пока еще не выросла. Дальше виноградик тоже такой взяли. Хлебушек такой себе взяла в тостер. Черный. Еще одни помидорки. Черри. Авокадо, конечно же, мы любим. Дальше взяла на борщ вот этот суп инфляйш ринт. Думаю, что будет вкусно. Я хотела какие-то ребрышки, но не нашла. И на скидке еще была упаковка за 9 евро, по-моему, или за 8, уже не помню. Килограмм филе индюшки. Я сейчас, кстати, пару кусочков заберу, сделаю сегодня на ужин с гречневой лапшой. Очень вкусно получается. А остальное кину в заморозку. Потом как-нибудь пригодится. И взяли еще кока-колу, конечно же. 4 бутылки Дима взял. Все, это наши закупочки на сегодня. Сколько мы потратили, даже не помню, потому что в разных магазинах покупали по чуть-чуть. Где-то 30, где-то 20, где-то 40 евро. В общем, по-разному. Думаю, где-то на 100-150 евро сегодня точно потратили. Вот эти все-таки коврики взяли. Сейчас тоже их распакую и постелю в эту в ванную комнату. Такие приятные на ощупь. Думаю, что послужат нам некоторое время. Все. Иду все сейчас раскладывать, немножко отдохнем и попозже буду уже готовить ужин. Все, ребята, у нас уже заканчивается пятница солнечная. Я себе уже успела сделать вот такой маникюрчик яркий, летний. Уже, надеюсь, лето-лето будет. Очень красиво смотрится, мне нравится. Сейчас на фоне цветочков покажу. Такая красота. Вот, и педикюр даже сделать чуть другим цветом. И маникюр вот таким вот светло оранжевый, наверное. Ну, как такой вот. Мне нравится. Все. Иду готовить ужин. У нас почти 6:30. Сейчас приготовлю, поужинаем и будем отдыхать, потому что завтра рано уже выезжать в Кёльн. С вами увидимся в следующем влоге. До новых встреч. Пока-пока.